ходе своей рабочей поездки в Ингушетию глава Ульяновского региона оказался на праздновании 25-летия республики. Для гостей и жителей края были организованы масштабные праздничные гуляния. Мы знаем Ингушетию. Мы любим великий ингушский народ. И несмотря на то, что нас разделяет сотни километров, нас объединяет созидательная энергия и общее предназначение – быть надежной защитой для России. В ходе визита Сергей Морозов провел переговоры с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Стороны обсудили реализацию проектов Ульяновской области в молодежной политике. Губернатор рассказал о работе молодежного правительства региона и инициативе создания молодежной общественной палаты. Деловые встречи прошли с главами ряда областей республик, в частности с Юнусбек Евкуровым, главой республики Ингушетия. Стороны обсудили межрегиональное сотрудничество с Ульяновской областью в отраслях сельского хозяйства, промышленности, спорта и культуры. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.